петки, чтобы ее садил, даже не пошевелилась. Почему ты мол это не сняла? Ты не знаешь, что на тебе сетка, да? Как вы привыкли пренебрегать старшими? Ну, давайте откроем, покажем, что тут есть, дядя Володя, пусть сидит. Вот. Вот туда в ряд сетки. Это вот моя, это мою. Это наша с Левой. Это мою. Давай, это мы с Виталием собрали. Вот. У меня, правда, ведерко побольше, но... Да, у вас 7 литров. У вас та же, как у нас, 5 литров. Ну вот что у нас? 3, 4, 5, 6. Вот которые приезжие брали, это все ваше. А которые мы с дядей Володей взяли, это наше. И там что? Вы где брали-то? Красота. А ваш где? Дядя Володя мы. Вот, вот, вот наш, вот. Так вы еще втроем брали? Вдвоем. Понятно, ну и то хорошо. А где третий был кто? Я вот набрал. Поблагодарим Бога. Дома расставим еще раз, проверим. Может быть им отдать. Господи, слава тебе за это прекрасное место, за эти облака, за все, что ты создал. Некогда здесь был плодородный сад. Но люди не могли ценить и благодарить. И ты коснулся этого места, оно исчезло. И вот ты снова его возрождаешь, Господи. Укрепи нас. И враждующих умири, положи им на сердце, помогать, а не разрушать. Этого несчастного Максима обрати, наставь, открой ему истину твою, Христе Боже наш. Посети больных, слепых, обездоленных, плененных. Порадуй их твоим присутствием. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Прими нашу молитву, Господи, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Боже. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. О всемогущий Создатель и Зиждитель, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими, Боже, нашу молитву от всех, заповедавших нам молиться о них, Ты знаешь их. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Аминь. Тут был главный Эрлих Яков Севастьянович, немец. Он был маркетаном, скотину уколол, подкладывал, то есть кастрировал, и заведующий там и в пасекой был, и здесь. Немец основательный, всегда немец основательный, где бы он ни был. Рассказывали, что он вечерами иногда выходил, но ему никто не закричал, и он что-то в темноту кричал, что неизвестно. Если бы я был рядом, может быть, записал бы, может быть, тоску высказывал какую, а может, говорили зря. У него дети были Эвальд, Артур, Роберт, Эльвира, это я, Ирма, это тех, которых я знал. Может, кто-то еще у них был. Они жили где-то примерно, вот где балерина у меня. Вот здесь. Я с Артуром учился, он учился очень хорошо. Когда я занялся немецким языком, он мне помогал освоить. Я с ним беседовал на немецком языке. Он уезжал в Германию, потом вернулся. Эрли. В переводе на русский означает честный. Сама фамилия-то какая. Итак, да благословит Господь и возродит труды тех, кто работал здесь некогда. Тут яблоки крупные-крупные были. Не знаю, груши были или нет. Все было абсолютно. Как Господь все сделал. Клевы, как будто никогда не было. Так, берите в две руки, потому что мы можем на машинке своих уронить их. Так, давай мою, я его возьму себе. Так, еще кто-нибудь. Ладно, несите. У кого ничего нету в руках? Потому что она-то когда трясет, она может оторвать. Вот я чего боюсь, а ручку отрывает, когда. Не надо. Ну смотри. Пошли. Дело в том, что уже около полвторого. Вот сюда.
комары сегодня. Да, комары что-то съедят. Заберу сейчас, заберу. Идите давайте. Да я возьму сейчас, возьму. Давай, Володя, велосипед. Я возьму, возьму. Надо десятину выяснить. Какая десятина, сразу отдать батюшке. Так, где ты, вы набирали двое? Ваш, где двое? Вот, 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 вот. Так, это... Это наше, да? Да, вот это наше. Вот. А твое где? Да, сюда. Давай, это как раз десятина будет. Батюшке завести надо будет. Все. Все, идите. Я догоню сейчас вас. Сергей, возьми это, у Виталика это одно ведро.